Здравствуйте! Сегодня с вами будем делать эклеры. Для этого нам понадобятся яйца, масло, соль, мука и вода. Сейчас мы будем заваривать тесто. Вот в такую кастрюльку. Выливаю 2 стакана воды. Соли вот так пол чайной ложечки и масло на 2 стакана. Это надо где-то примерно 150 грамм масла. Сейчас мы его положим. Теперь это все ставим на печку и будем ждать, пока растает все, и как бы чуть-чуть начнет закипать вода, мы будем вводить в нее муку. Ну вот у нас закипело, сейчас мы высыпаем 2 стакана муки и все это хорошо мешаем. Теперь мы это все будем варить, ну это минуты 2-3 нам, чтобы собралось все в кучку тесто. Нужно вымешивать так тесто, вываривать, чтобы не было муки рассыпчатой. Сейчас мы это все хорошо выварим, размешаем это все тесто. Вот тесто наше так собралось все. Сейчас мы его будем ставить. Поставим на стол, чтобы остыло градусов так до 30. И мы в него будем вводить яйца. Ну вот я убрала, пусть оно теперь у нас остывает. Пока будет остывать у нас тесто, мы с вами взобьем яйцо. Забьем. И когда остынет у нас тесто, мы эти яйца будем потихонечку добавлять и взбивать опять тесто. Ну вот у нас остыло, тепленькое стало тесто. Здесь у меня 8 яиц. Будем помаленьку вливать и размешивать. Маленько налили. И хорошо вымешиваем до однородной массы. Итак, все яйцо мы сюда вложим, вольем. Так, вот. Так, еще добавляем. Понемножку добавляем и вымешиваем. Сейчас маленечко пожиже ставим. Сейчас мы будем венчиком. Так у нас я все яйца ввела, и вот все еще разбиваю комочки все, чтобы была однородная масса. Это, конечно, долго, трудоемко, тяжело, но ничего, зато вкусно. Ну вот, у нас тесто готово. Сейчас мы будем выкладывать его, вот у нас мешок кондитерский. С мешочек наложим и будем выдавливать наши печенье.
Ну вот у меня полный мешочек, и мы вот так вот будем выдавливать с вами красивые эклерчики. На расстоянии, потому что они поднимутся у нас. Вот я наложила тесто на эклерчики. Сейчас у меня нагреется духовка до 180. Ну, вообще нужно при 200 градусов минут 25-30 выпекать. Сейчас духовка нагреется, и мы отправим все в духовку. Духовка у нас нагрелась до 200 градусов. Сейчас я ставлю наше тесто в духовочку, чтобы пеклись, жарились ли, пеклись ли, как правильно, эклерчики. Но 20 минут не надо открывать духовку. Ни в коем случае не открывайте 20 минут, 25 духовку, чтобы они у нас не осели, не опустились. Наши эклеры готовы. Сейчас мы будем делать крем для начинки. Мы с вами будем делать крем. Сейчас мы смешаем полстакана молока. В него добавляем одно яйцо. Все это смешиваем. Добавляем муки, вот так примерно, вот ложка сверху и вторую так вот половиночку. Это мы все хорошо размешиваем. Вот я соединила, тут у меня молоко, мука, теперь мы яйцо. Сейчас мы выливаем в кастрюлю также полстакана молока и полстакана сахара. И пачечку высыпаем ванилина. Сейчас ставим на печь и будем доводить до закипания. Как только закипит, будем дальше варить. Ну вот у нас сахар уже доходит до закипания. Сахар весь должен растаять полностью, раствориться. И теперь сюда мы выливаем вот первую смесь, где у нас яйцо, мука и молоко. Теперь мы это все выливаем и мешаем прямо хорошо так. И сейчас будем варить, постоянно помешивая, пока не загустеет наш крем. Вот наш крем загустевает, гуще делается. Ну, сейчас еще поварим его, чтобы он загустел хорошо. Потом поставим охлаждаться, чтобы начинить эклерчики. Наш крем маленько подостыл. Теперь мы его опять накладываем в шприц и будем начинять наши эклеры. Берем эклеры, протыкаем с одной стороны и наполняем. Теперь делаем с другой стороны и наполняем. Такие вот у нас наполнения будут эклерчиков. И с другой стороны. И так все эклеры наполним.
Сейчас мы будем с вами готовить глазурь. Для этого нам надо 50 грамм масла, 2 столовые ложки молока, 4 столовые ложки сахара. А когда это все у нас растает хорошо, мы с вами добавим еще какао. Ну вот у нас закипело все. Сейчас мы добавляем какао. И все хорошо размешиваем. Маленечко поварится. Поварится, и у нас будет крем. Глазурь для сверху эклерчики с вами покроем. Так вот намажем. Эклерчики наши намажем сверху глазурью. Глазурь такая прямо это густая. Такие получаются у нас красивые эклерчики.